Конечно, 8 марта. Конечно, 8 марта. 8 марта. 8 марта. Какой ваш любимый праздник? Новый год. Милые девушки, сегодня Первый Криворожский снимает репортаж, посвященный 8 марта. Ну что же, пойдемте поищем мужчин, которые подарят нам самые лучшие пожелания. Мужчина, можно вас? 8 марта. Самый любимый праздник. 8 марта. Вот. Самый любимый праздник. Значит, я буду откровенен. Не думайте, что я скажу 8 марта, хотя меня попросили. Поэтому скажу честно, мой любимый праздник – Новый год. Ну, в преддверии праздника 8 марта, конечно, женский день. Жінка – чарівне слово. Жінка – життя прекраса. Жінку вшануймо знову. Вона не підвладна часу. Любі жінки, зі святом вас. Що приготовили до своїх жінчин? Ну, з учетом того, що у нас зараз в країні кризис, можна сказати, що страна знаходиться в позиції війни, як поет Настя Кам'янських з Потапом. Не измеряй любого условных единиц. Конечно, в первую очередь цветы. И что-то надо подумать еще, точно не решить. Но мы еще не готовились, мы будем на выходных. У вас очень мало времени. Я знаю. Готовили большие секреты. Сегодня будем делать детскую аппликацию. Лучший подарок сделан своими руками. Нет, это уже в процессе. В процессе девочка или в процессе подарок? Подарок. И по этому поводу стишок. 8 марта, не копья, сажусь на коврик лотос поза. Я не дарю тебе мимоз, но этот лотос для тебя. Красивые девушки, поздравляем вас с 8 марта. Желаем счастья, здоровья и успеха в личной жизни. Желаю, чтобы вам всем подарили как минимум хотя бы мимоз. А кто будет дома делать все домашние дела 8 марта? Тот, кто не на работе. Это кто? Ну, я к смене припаду. Конечно, я постараюсь пораньше встать. Навести на кухне порядочек, там помыть посуду, если что-то осталось. И приготовить жене завтрак, она будет, я думаю, очень довольна. А вы что подготовили? Цветы. А кто будет делать все домашние дела 8 марта? Дорогая женская половина всего мира, я поздравляю вас с этим праздником и желаю, естественно, только любви, так как любовь спасет мир, и только от любви все люди отталкиваются. Всем женщинам Криворога желаю женского счастья, добра и, конечно, мира. Дорогие женщины, желаю вам в первую очередь мирного неба над головой, счастья и успехов в ваших начинаниях.